Всем привет, я Мила, и вы на моем канале, посвященном обзорам лаков для ногтей. Сегодня мы с вами посмотрим на новую коллекцию от российского инди-бренда Colorflex. Эта коллекция называется Winter Mood и состоит из трех лаков. Поехали! Первый лак называется Wonder Days, и это светло-сиреневое акриле с красным и золотым разноразмерным металлическим глиттером и голографией. Ложится на ногти он хорошо, в два слоя достаточно перекрывает ногтевую пластину, а также он очень быстро сохнет. В нем очень много глиттера, и этот глиттер хорошо попадает на ногти, не нужно ничего дополнительно вылавливать. Оттенок у этого лака очень нежный и светлый, очень приятный сиреневый. На мне два слоя плюс топ. Второй лак называется Sprague of Holly, и это матовое зеленое акриле с мелкой золотой слюдой и разноразмерным красным металлическим глиттером. У этого лака довольно насыщенный оттенок даже в матовом финише. Это очень красивый, теплый, болотный зеленый. В нем потрясающе смотрится эта мелкая золотая слюда, и она отлично сочетается с оттенком базы. А вот красный глиттер как раз дает контраст и привлекает внимание. Лак наносится хорошо, у него послушная текстура. Мне было достаточно двух слоев, но возможно кому-то может понадобиться и третий. Лак быстро сохнет и финиш у него слегка шершавый. На мне два слоя. И третий лак это топ с зеленым шиммером и золотым и черным глиттером. Очень интересный топ, зеленый шиммер в нем очень яркий и очень красиво переливается на солнце. Я не смогла выбрать, на какой цвет лучше нанести этот лак. Мне понравилось, как он смотрится и на горчичном, и на зеленом. Эти цвета близки к оттенкам самого топа. Наносится он очень легко и быстро сохнет. На этом все. Вот такая красивая мини-коллекция получилась. Мне больше всего понравился лак Sprig of Holly. А какой лак понравился вам? Пишите в комментариях. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, а также заглянуть в мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании к ролику. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!